по кругу. Да, я его с середины просто забрала, сначала нашу. Формула-1. Поворот свободно. К выходу, когда приедем, я вам покажу, где она начинается, там центральная трибуна, ну вот, чтобы вы понимали, где заканчивается, это вот здесь. И последний трибуна. Справа у нас стадион Фишт, где было открытие и закрытие. Он рассчитан на 40 тысяч зрителей. Крыша у него последняя технология сделана, она самоомывающая. Возведенные после Олимпиады уже вот этот глобус и две стены. Там на одной стене написаны все имена олимпийских чемпионов, а на другой пара олимпийских чемпионов. И также они как бы имеют призёра. Флаги, которые тут вокруг здесь установлены, они еще в конце Олимпиады остались, и 83 на флаге всех стран участников. Это наш сам факел, он высотой 50 метров. Ласточки в начале обязательства, где-то, чтобы отправить туда-туда, где-то, где-то.
две стены. Одна построенная к Олимпийским играм, другая к соревнованиям Формулы-1. Они на колесиках, то есть их подгоняют к стадиону, чтобы не было там и залпы разделяют. Вечером же они стоят там таким молотком, на который направляют фейерверк, и там разные сладости показывают. Вот у нас так и пролетают трибуны Формулы-1. То есть трасса находится не в определенном месте, она вот так по всему парку разбросана, я буду вам по ходу нашей поездки показывать. Справа вот это зеркальное здание. Вот это Олимпийский, если вы видели. Трансляция Андрея Малахова. Прозрачная стена. Да, он своих спортсменов приглашал. Она ходила здесь. Здесь же был магазин «Боско». «Боско» был официальным спонсором наших спортсменов. Сюда можно было прийти по личкам. Сейчас же это здание поделили на несколько секций. В одной из них находится Tesla Show. Это лазерное шоу, где там есть 10 тысяч.
также в этом здании есть музей. Дальше соревнования Формулы-1 будет у нас 9 марта.